Вопрос о дополнительной дороге в районе 6-го микрорайона назрел давно. И в 2017 году усилиями администрации муниципалитета удалось определить инвесторов, которые займутся строительством выезда на федеральную трассу М4 Дон. Правда, процесс затянулся. Несколько раз менялся подрядчик, да и участок оказался непростым. План строительства и смета переделывались. Инвесторам пришлось вложить дополнительные средства в реализацию проекта. Дорогу у нас строил за счет небюджетных источников. Два застройщика, Брусника, соответственно, и Купеленки Девелопмент совокупно финансируют эту дорогу. На сегодняшний день у нас построен линейный участок, который соединил 6-й микрорайон с улицы Донбасской через мост, через путепровод, через М4. Вот, сейчас продолжаются работы, ведутся по самому непосредственно створу выезда на М4, примыкание. Из 2,2 километров 1,7 сейчас построены. Их и открыл в торжественной обстановке глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. С легкой руки главы на новую дорогу выехал первый транспорт – автоколонна Дорсервиса. Событие для местных жителей стало поистине историческим. То, что сегодня мы открываем, пусть и в первую очередь, да, это знаковое для нас событие. Вот сегодня техника, строители уже опробовали, и я вижу настроение всех сопричастных здесь сегодня. Я говорю, это сложно недооценить и трудно переоценить. Это очень важно. И Сергей Анатольевич Гаврилов, который, наверное, все-таки главный герой, потому что он жил на этом, он сегодня сказал, сегодня счастливый день. Поэтому я хочу всех поздравить вот с таким замечательным днем. Более 55 тысяч местных жителей теперь будут пользоваться этим выездом из 6-го микрорайона. Это колоссально разгрузит поток автотранспорта в старой части города Видное. Мы одни из первых опробуем новую дорогу и оценим ее качество. За процессом строительства дороги неустанно следили и члены общественной палаты, и актив 6-го микрорайона, и, конечно, депутатский корпус. Все мы знаем о регулярных рейдах, в ходе которых выявлялись замечания и высказывались пожелания. Дорога с полной инфраструктурой. Тротуар, освещение, места для автобусных остановок, общественный транспорт запустят, когда сдадут вторую очередь. Целая артерия, я считаю, транспортная этого микрорайона. Депутатский корпус очень активно участвовал и в проведении общественных обсуждений, когда дорогу только планировали. Соответственно, здесь я большое спасибо хочу сказать нашим местным жителям, которые здесь живут. Они очень активно подходили к такому некому общественному контролю строительства. Что называется, держали в тонусе неустанно и депутатский корпус, и администрацию, за что им действительно большое спасибо. И спасибо, конечно, строителям. Сегодня основная часть работы уже завершена. Ждем теперь окончательный финальный выезд. А его инвесторы обещают сдать в ближайшие 2-3 месяца. Тогда у людей появится возможность выезжать из микрорайона непосредственно на трассу М4 Дон в сторону Москвы. Осталось 300 метров разгонного примыкания к М4 Дон. С сетями там проблем нет, мы уже все вынесли. То есть фактически просто сейчас ударными темпами приступить и закончить. Весной уже завершить, в принципе, и открыть примыкание. Первая очередь новой дороги уже значительно разгрузила поток автотранспорта в старой части города Видное. Предполагается, что после полной сдачи объекта удастся поставить точку в вопросе пробок на Березовой и проспекте Ленинского комсомола. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.